произошел, скорее всего, несчастный случай. Спасатели были рядом. Повезло еще то, что в этом году построили новое здание СКИ-центр, где у нас в непосредственной близости появился новый медицинский кабинет, где в этом году закупили новое медицинское оборудование, которое тоже помогло в данной ситуации. Поблагодарить тех людей, которых я сегодня назвал ангелы. Они вернули человека с того света, вернули его к жизни. И это, я считаю, что это подвиг.